Сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу при поддержке Росгвардии задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на офис предпринимателя в селе Юдино. Ими оказались 40-летний уроженец Северокавказского федерального округа и 65-летний гражданин Германии. В ходе обыска в их квартирах обнаружили и изъяли мобильные телефоны, карты памяти и травматический пистолет, который они использовали при совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.